Сос, ребят, нужна ваша помощь. Короче, у меня 163 гема. Мне не хватает на Brawl Pass 160. Если он 169, не хватает 5 штук. А, что? 6 гемов. Подскажите, пожалуйста, напишите в комментариях, как исправить эту ситуацию. А, естественно, смотрите, магазин. Вы думаете, что не заходил? Заходил. Ну, естественно, знаете, что заблокировано в России все. А, вот, смотрите. Так, 124 рубля. Хоть подорожал, было 123, походу. Работал платежная система Google Play в настоящее время просто на территории России. Это очень плохо. Почему? Потому что если бы это было бы... Так, не нажимается что-то. Эй, алло. Что-то не знаю, что-то забагалось. Короче, не важно. Если бы так было бы, я бы купил бы. Сегодня бы ролик бы был какой? Правильно, название-то было бы какое. Открываем Brawl Pass полностью. Ну, закрываем Brawl Pass. Нет, 13 сезон закрываем. Блин, может быть, цифра такая 13 неудачная, но не знаю, короче. Все, переходим к ролику. Короче, всем привет. Сегодня тема ролика уже была озвучена в том самом моменте до такой, да, черный, белый, короче, не важно. Короче, тема ролика была озвучена. И она была в том, что закрываем 13 сезон Brawl Pass. Почему закрываем? Потому что я уже объяснил. Остался набор значков и был бы Фараотис. Фараотис был бы, если бы не 6 гемов. 13-6, что-то знакомое, да? Заклятый просто чуть-чуть. Так, короче, выбираем Гейла. И давайте самое такое простое, это парное столкновение. Мне надо еще раз вспомнить, что надо с тобой, Гейл. Правильно, выиграй бой с бойцом Гейл. Для парного столкновения на кандидаты дня, мне кажется, это супер подойдет, потому что кандидаты дня, кубки не как бы не считаются, поэтому можно как хочешь. Главное, что не лагает. Это самое главное. А, не Пенни, ты че? Так, короче, оба, сейчас мы его как-нибудь под... Так, ладно, Брок от нас ушел, ну и фиг бы с ним. Ну как... Ах, ты ж хакер, ёкалэ мэнэ. Ты что думаешь, самый умный, да? Мы тебя сейчас достанем. Опа, на, получил, да, по башке. Так. Что-то я забыл. Ай, тихо. Ай, блин. Это не считается за победу. Это за победу, к сожалению, не считается. Жаль, что за победу не считается. Ладно. Может быть, еще надо выиграть там 8 раз. 6 раз, короче, осталось выиграть. Ту-ту-дум. Так, а что за фигня? Так, Эмс, не трать свои эти. Понятно. Что, повезло, что ли? Ё-моё. Что, вообще так повезло, реально? Что-то как метеорит. Так, я две попыточки трачу сюда. И последнюю, третью. Опа. Так, таймс, я хотел сам. Ну, ё-моё, я ролик снимаю. Серик, ё-моё. Опа, забирай. А, Максим, ё-моё. Максим, ё-моё. Блин, ладно. Что за метеорит? О, классно. Я. На. Так и на ошибку не поведемся. Опа, рикошет, хорошо. Рика, кетчуп Рика, короче. Это не реклама, это мне вообще пофиг, если честно. Эмс, ну ты чё, ё-моё, ты чё меня... ты чё, подставляешь? Ну, извини, я заберу. Повезло. Думал, о, сейчас Эдгар, не-не-не. Эдгар, не дай бог, Эдгар. Не хочу с тобой сражаться я, Эдгар, сегодня. Не хочу никак. Она за меня все сделала, Бонни. Да ты чё, ё-моё. Блин. Так вот такой смайлик, понятно тебе, нет? Эмс, ё-моё. Тут плен возьмут, наверное. Столкновение, уже победа будет. Так, медведь, тихо, подальше от медведя.
Давай. Я так... Ай, ладно. Очень рисково, очень. Да уходи ты, ё-моё, Эмс, ёкало, мане. А почему с одной тычки-то? Чё слышишь? Ладно. Победа есть победа. Осталось 5 побед. И сезон будет, 13 сезон Brawl Pass будет окончен. Ну, возможно, я еще, если какая ситуация, хотя еще ждать-то 27 дней. Но нового сезона это долго ждать, а что, зря копил, что ли? Биби, ё-моё. Я все понимаю, конечно, но подойти-то можно было. Что за лабиринты, конечно. Тут дизлайк, извиняюсь, но тут дизлайк. Конечно, карта, ой, ну... Тема не оцениваем в ролике, но дизлайк, извиняюсь, потому что, ну, это ж не... Какие рамки? Эль Примо! Вига! Что-то голос просел, кстати. Так, вот опять Эль Примо. А, не туда! Ульту я направил. Не туда. А туда надо. Ну, Биби, ё... А, там Эмс, ладно. Так, уходим. Да что такое, ё-моё? А, не догадались, да? Дурачки. Я вас надурил, как лохов. Да не... Эль Примо! Блин, Биби, спасай, ну Биби, ё-моё! Осталось 3 команды. Давай, Биби, не подводи. Куда? Не... Да ты чё, Биби? Ладно, повезло. Тихо, ничего не предпринимаем себе. Тихо, стой. Все, столкновение. Сейчас я возрождусь быстренько, все. Все, быстренько. Ничего не предпринимаем себе. Биби прям слушает меня, как будто, ё-моё. Как будто на стриме. Да, хорош. Сейчас... Ладно, все, капут. Ладно, пофиг. Ладно, есть победа. Хотя и на втором месте, на третьем месте тоже победа. Как говорится, не победа, а главное, что осталось 4 раза. Даже какое-то новое событие. Не, извини, но мы пойдем сюда. Так, осталось 4 раза. Ну, я тоже сказал. Короче, это ГЛ, да? А там у меня Биби была. Хорошо, вспомнили заодно бойцов. А в прошлый раз? А, в прошлый раз сам забыла. Хорошо, все команды друг против друга. О, Эдгар. Эдгар мне должен помочь. Эдгар, please help. Please me help. Или как? Неважно, короче. Действительно. Ага. Ну да. Так, ну пока хорошо идет. Так. А главное не привык, что я за него. Так. Пэм. Вью. Зачем ты на Пэм полез-то? Нет, ну зачем? Ну почему? Нет, он еще ультанул. Детство. Ё-моё. Да вы что, блин, издеваетесь? Я не понимаю, как мне ультачить? Ладно, мы заберем 7-ю баночку. Не-не-не, куда? Да ты что, дурак что ли? Ну и зачем? Я не успел ультануть. Все, жди, Эдгар. Эдгар, жди меня. Меня жди, не надо дизлайки ставить по-братски. Это сейчас хавает и все. Эдгар, жди меня. Ничего не предпринимай. Эдгар. Все, хорош. Так, погнали туда, Эдгар. А я, наверное, плохо ему сделал, да? О, я убил. Все, круто. Главное, пускай забирает. Пофиг, главное, победа, чтобы была. Главное, чтобы была победа. Забирай, хорош. Деда убил. А, ДПМ она нулевая. Бот, короче. Одним ударом просто. 3000 хп, как с куста. 3 раза. И сезон точно будет окончен. Да, я не знаю, что он там говорит. Это все не важно. Потому что, почему? Потому что правильно. Так, на данный момент я теперь с Карлом. Не, слушайте, я таких бойцов... Ага, ну таких бойцов. Я, например, не знаю, как будет этот пожарник. Пожарный, точнее.
которая огнем стреляет. Так, никуда главное не сворачивай. Оп-оп, так-так-так-так. Хорошо идет. Че у меня там? Ты дурак, напарник, нет? Он тоже дурак. Ну ладно. Ничего страшного? Ничего страшного. Ничего страшного. Какая разница? Плюс-минус, главное, чтобы это не попало. Да какая разница? Осталось-то всего 3 раза. Неважно, проиграл я или выиграл. Осталось-то 3 раза? Правильно. 3 раза, это ж вообще капля в море. Кстати, пока не забыл, подпишись на Телеграм. Там всегда выходят новости заранее о канале. Там справа. Ну, слева для меня, справа для вас, короче. Тихо. Опа. Ну, ё-моё, ну. Кто там у меня был, даже не увидел. Только такая реакция может быть. Только такая. Потому что других реакций просто не существует. Быстро сюда. Быстро искать наших. А, кто нас грохнул? На, ультанул просто. Ох ты ж, господи, ё-моё. Хорош. А, вот, я нашел этих добряков. Да ты дебил, я не понимаю. Ты меня подставляешь. Я должен сейчас где-то склоняться, не пойми где. Ну, шмаляй, ё-моё. Чё за фигня, я не понимаю. Ты чё, глупый, а? Не, я вроде хотел сегодня без злости так-то. Хотел просто поиграть, потому что сезон-то... Тихо, подожди меня. Ты дурак. Я в кустах, короче, мне пофиг. Ё-моё, кусты-то уже... Скоро все. Ну убей ты, чё ты, сложно тебе. Да не, мне капут, чё ты без вариков. Ладно, осталось две победы. И все, сезон. Да, две победы осталось, и сезон окончен. А, кстати, ладно, я покажу потом, когда закончу. Проходите испытание, я покажу кое-что. Там очень важная информация, очень важная, прям важнее некуда. А баночки не будет? Обидно. Эмс. А, фиг ты уйдешь, Эмс. А, тихо. Нет. No, please, no. Ух ты ж, кольт. Да, блин, ульту не успел задефать. Использовать, точнее. Чтобы его убило током. Ну, просто вообще убило. Не, да зачем? Ну, а я не знаю, куда она, кстати, идет. Правильно, не использует, хорошо. Все, одна победа осталась. Повез, ё-моё. Да, блин, тебе трудно... Блин, я не... О, господи, тебе трудно какого-то кольта? Чел гений. Хорош, 5 из 5. Так, и последний бой. Давайте последний бой отыграем. Последний бой. Наушники. Как спиннер. Так, парни столкнули. Ух ты, что это такое-то? Что-то не понял. Ладно. Дизлайк я поставлю, извините. А, то есть так, да? Я за ХП, короче, не уследил. Ладно. За ХП я не уследил. Мой косяк, согласен. Но добить ты мог, Гейла. Тут такая. А, отлично, по одной банке. Yeah.
Да ты что, реально грохнуть не можешь? Да тихо, не трогай, видишь? Ах ты ж собака. Ха-ха-ха-ха. Я тебя тоже загасил. Слышу. Лола, ёка. Лола. Иди в баню, короче, Лола. Короче, я больше на Лоле не буду никогда играть. Лола, ё-моё, это Лола, это я не знаю, это уборище какое-то. Ну, это тоже вообще лепёха. Я просто помолчу, можешь помолчать? Да нет, ну уходи, ты чё? Тупорылый что ли, ё-моё, я не понимаю. Уходи, я сейчас справлюсь, короче, с этим дебилом. Нет, тут без вариков. Мил. Сейчас мы нагоним. Ай, дурак. Да дурак, ну ты... Блин, ну Кита... Ой, я даже забыл, как его зовут, этого дурака, ё-моё. Просто дурак. Понимаете, дурак. Ой, опять эта карта, ё-моё, дебильная. Надо просто спрятаться, да, и всё. Ну, загаси ты ДВД и все. Почему бы не загасить, а? Ну, ем. Пойм. Чел гений. Просто взял, использовал пушечку. Можно просто как отсюда выйти? Уходи, он тебя сейчас сожрут, тебя, ё-моё. Просто жди меня и надейся, что я тебя спасу. Хоро... Зачем? Нет. Как только увидим, что он сюда летит, я убегаю. Ложки. А я попаду сейчас, смотри. А, ложки. Блин. Ладно, ничего страшного. Все, можно сказать официально, сезон. 13 сезон окончен. Набор... Чё? Я пропустил значки. Так, бойцы. Да-да-да. Так, это спрей. Скоро появится. Хорошо. А чё у меня новые какие появились? Ячейка 2. Какие появились-то? Ладно, я пропустил. Кстати, гриф новый появился, боец. Выполнил. Либо с большого, либо с мега ящика. Ну, а на этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, не забывайте подписываться на телеграм-канал, который был уже заранее, который там уже был, я там сплево, ну, короче, для вас справа. Поэтому всем спасибо, всем пока.